Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Ну что ж, продолжаем, поехали. Так, что мы с вами закончили? Так, кожа закончена, призрак закончена, и у нас остается только лишь Аманцет, Виафан и Теркита. Я вот, знаете, что думаю, наверное, мы с вами отправимся на Виафан. Да, скорее всего, туда рванем. Сейчас вначале мы посмотрим, что у нас тут. Так, о, надо пополнить обязательно, надо пополнить. Что мы можем продать? У нас есть какой-нибудь хлам? Да, у нас хлама, по-моему, дохренище. Слушайте, я не буду, наверное, ничего делать. А вот купить, может быть... Так, посмотреть. Уровень 4, тяжелое оружие, ближний бой. Прикольно. Я такую штуку хочу себе взять. Сколько она стоит? Ну да, пока мне не по зубам. Ладно, ребята, я думаю, что можем вполне спокойно себе лететь на Виафан. Сейчас мы посмотрим еще кое-что по КПК, по заданию по нашему. Так, Виафан, да, значит, яйца для яйцеголовых. Опытных бойцов, значит, найти яйцо зубочервя. Также у нас нужно найти данные. И, в принципе, все. Два задания у нас, короче, будет там. Так что поехали, ребят. Будем искать яйца. Ну и реликт, естественно. Карта новая, не открытая, поэтому сейчас будем для начала разведывать ее. Так, ну что же. Вау, это что такое у нас? Избыток энергии, что-то не похоже. Расчистить обломки. Убрать обломки, перекрывающие проход в эту комнату. Работа требует 92 единицы энергии. Давай сделаем. Так, и обыскать. Бесполезные детали заберем. Все пойдет на продажу. Теперь сканируем. Ого, это что такое? Магнитные помехи. Очень интересно. Так, а здесь-то что, обыскиваем, да? Кстати, вот эти вот окаменелости очень прилично стоят на рынке, поэтому стоит пока пошиться. Забираем. И теперь вот я даже не знаю. Вот это что такое? Магнитные помехи. Ну какой-то, видимо, враг. И здесь вражина стоит. И, видимо, здесь. Так, давай-ка вот сюда, наверное, сходим для начала. Армис. Что тебе надо? У меня перерыв. Не буду тебя отвлекать. Хм. А это был весь диалог, странно как-то. Хорошо, что у нас здесь? Ученый. О, новые лица, вы прибыли сюда за яйцами зубочервя? Да, я по поводу контракта. Великолепно. По моим данным, гнездо зубочервя в этом секторе. Я отмечу его на вашем сканере. Не напомните мне подробности. Хорошо, зубочервь — редкое создание, устроившее себе гнездо на командной палубе. Разыщите его логово и принесите мне одно яйцо. Если этот монстр будет мешать, убейте его. Только одно яйцо, больше не надо. Вы получите за него 2250 кредитов. Ух ты, ребятушки. Я думаю, что с радостью это сделаю. А где же... Почему ты мне не отметил, а? На карте. Ты же мне обещал. Хм, странно как-то. Он мне обещал пометку сделать, так? Где она? Давай сканировать. Все, здесь, ребята, больше мы ничего не можем просканировать. Так, закрываю КПК. Делаю легкое-легкое сохранение. И бегу, короче, в самую гущу. Вот сюда куда-нибудь. Здесь враги. Должны быть где-то. Смотрим. Так, смотрите-ка, это кто у нас такой? Понт. Эй, не вы ли тот герой, которого все ждут? Не вы ли самый могучий бык на этой стороне галактики? Вы можете избавить нас от воплощения морального упадка, что стремятся нас погубить. Я предлагаю вам совершить подвиг, который принесет вам славу и власть. Одолейте трех гнусных преступников, обитающих на этом лиходейском реликте, и вы станете величайшим воителем реликта.
Осмелитесь ли вы принять этот вызов, а? Осмелюсь и принимаю. Превосходно. Что ж, приступим. Три противника, с которыми вам нужно сразиться, скрываются на этом корабле, замышляя новые преступления и злодейства. Уничтожьте их, и я вручу вам официальный жетон героя. Я уничтожу их. Оу, ребята, о-го-го, по-моему, мы с вами слишком широко замахнулись. Дайте мне хоть на реликта посмотреть. Ого, довольно некислый такой кораблик у нас здесь. Хорошо, ладно. Раз, как говорится, назвались груздем, значит, полезаем в корзину. Да, ученый, как-то ты меня немножко здесь подколол. Ты мне сказал, что покажешь, где будет находиться червяк. Но почему ты этого не сделал? Так, да что у нас такое? Стрелковое оружие, модификация, убийственный лазерный прицел. Так, 4% криту и 2% шанс смертельного удара. Это у нас для стрелкового оружия. Забираем. Открываем КПК. Ищем мои предметы. И вот сюда, скорее всего, мы эту модификацию с вами поставим. Да. Она здесь очень хорошо смотрится. Так, это у нас тут что такое? Выживальщик, да, значит? Несгибаемая стойка. Так, здесь не подходит ничего. Здесь вот это вот подойдет. Кстати, ребят, спасибо вам за подсказки, которые вы мне даете, которые я всегда проверяю и пользуюсь ими. Так, сюда что? Сюда ничего нету. Ну что же, вроде бы пока и все. Так, сюда что-нибудь нет? Нет, сюда нельзя ничего, абсолютно. Так, закрываем. Здесь мы открываем и переходим вот сюда, пожалуй. Что у нас тут? Атос. Я Атос, палач миллионов невинных, истребитель захерелых народов. Я время пожиратель жизни. А кто ты? Я герой, который положит конец твоим злодействам. Да? Настоящий герой? Сразимся же! Приготовиться к бою, Атос. Ну что же, ребята, у него 56, как мы видим, щитов и 19 хп. Давайте посмотрим, как он на прочность. Вот это вот, предположим. Черт, а может быть... Вот так давай сделаем. 8 урона, 2 брони. Ну что, что за подвесоны? Так, сейчас он вжарит. Ого, бомбит-то не по-детски, ребята. Дает очередь. Так, 125 урона. А очередь у нас сколько дает? Дай, говорю, очередь. Пробуем. Восьмерочку отняли. Да, щитов у него, конечно, многовато, ребята. Давайте-ка мы на него какое-нибудь проклятие повесим. Что там у нас? 25% шанса попадания в минус. Отлично. Так, и давай-ка мы, наверное... Так, он наносит 60% урона оружия, очистка усилений с цели. Но у него нет никаких усилений, поэтому давай просто нанесем урон. Самое удивительное, что есть некоторый урон, который снимает и жизни, да, и броню. Но почему-то отнимаем только мы броню. Так, ну что, вирус, твоя очередь. И мы, пожалуй, с тобой вот это вот сделаем. На, получи, гаденыш. На пятерочку, ну, ничего страшного. Кстати, а что это у нас тут висит? Доступна одна карта. Ах, вот даже как. Давай тогда, наверное, вот так мы еще сделаем. Замечательно, взбучка прошла. Так, боксер у нас ходит. Вот, вот это нужно. Обездвижим его. Пускай постоит, подумает маленько. Ха-ха. Ну, правда, он может стрелять. У него уже стрелковое оружие вроде бы. Ну что, хан, давай-ка по полной программе пропишем ему 20 урона. Шикарно будет. Насмерть! Ребята, вы видели, что сейчас произошло? Я просто этого робота убил с удара.
Хан убил с удара этого чудика. Офигеть, вот для меня это вообще просто пипец. Атос, палач невинных, разлетелся на кусочки. Один готов, осталось еще двое. Ну что же, давайте искать этих двух преступников, которые тут терроризируют всех. Наверное, это он, да? Потос. Это Потос вызов. Герой в поисках подвига, я бросаю тебе вызов. Давайте, ребята, попробуем так же, как и Артоса этого накумарить. Вызов принят. Ну что же, у него 56 щитов и 19 хп. Поехали, ребята. Отлично, нечестный прием, десяточку отнимает у него. Так, дальше у меня идет боксер. Есть у тебя... Да-да, нет, не вот это вот. А где же обездвиживание? Ай-яй-яй, я не вижу. Ну давай так попробуем. Так, каждый выстрел наносит 65% урона оружия. Ну-ка, давай. Так, восьмерочку, как по стандарту прям идем. Ну, смотрим, что он делает. Так, на 5. И промахов у него нафига. Делаем на него проклятие. Отлично. Сколько у него? 2 этих, да, идет? 50% попадания минус и 25. В общем, в общей сложности 75% у него в минусе. Ну-ка. Бум. Накумарили. Так, что у нас здесь? Собака. Что сделать-то такого? Вводит... Нет, укрытие мы не будем с вами вводить. Давай, наверное, вот это вот пропишем. Так, на 9. Отлично, плюс пробой. А сечки у него там идут всякие. Ну, естественно, ребят, на нем висит такой, как говорится, антибаф, ё-моё, что вряд ли ему тут что поможет. Вот надо как бомбить. Все, ребят, брони практически у него не осталось. Мы сейчас с вами сделаем вот так вот. 200% урон. На следующий ход оно все это сделается. И... инициативу ему, может быть, уменьшить, ребят. Давайте попробуем так сделать. Насмерть, ё-моё. Офигеть. Вот это мы бомбим, ребята. Потос, ретивный соперник, выпускает пар после поражения. Двое готовы, остался последний. Да, это все, конечно, хорошо. Я сохранюсь на всякий случай, ребята. Это все хорошо, что мы с вами вот этих вот бандитов валим и так далее. Но где червяк? Мне нужен червь, мне нужно забрать у него яйцо. Так, ну что, делаем сканирование, наверное, здесь. Ох ты. Так, здесь аж 3 врага будет. Даже не знаю. Давайте сюда пройдем. Так, мы что здесь? Обыскать, конечно же. Привлечение огня. Провокация, понятно, это у нас есть такое. Что, опять будем... Ну да, опять будем взламывать. Обыскиваем. Источник нейтрония. Причем это по высокой цене можно продать. Замечательно. Такие штучки нам нужны, ребята. У нас кончается... Ага, все, я понял. Кончается энергия. И аккумуляторов у меня дополнительных, ребята, нету, к сожалению. Поэтому нам, скорее всего, придется отчаливать в данный момент. Нет уже? Нет, есть маленький, но на 100 единиц это ровным счетом ничего не решает. Так что я предлагаю нам вернуться и полететь, продать там разный хлам и потом обратно сигануть. Так, полетели на станцию, короче. Ну что же, вот у нас магазин. Продать. Давай глянем, почем он все это у нас продает. А можно как-то все это кучей выделить, а? Где-нибудь здесь есть такой... А, вот, продать весь хлам. Все. И мы с вами имеем 1148 кредитов. Восполняем, естественно, энергию. 1036. Маловато. Но мы можем вот... Нет, не здесь, нет, конечно же, не здесь. Можем у старого деда что-то выучить. Например... Да, например, резерв энергии. 800 кредитов. Я, пожалуй, соглашусь.
Вот так вот. Отлично. Ну, а теперь смело вылетаем обратно. Последнее посещение, естественно. Вылетаем. У нас одна только точка пока открыта, посадочная, поэтому, как говорится, выбирать не приходится. Ага, Армис. Нет ли враг у нас, нет? Или это чувак, который... Я занят, не мешайте мне. По-моему, да. Что тебе надо, у меня перерыв. Он, наверное... Ага, вот, я герой в поисках подвига. Да? А мне какое дело? По-твоему, мне на тебя не наплевать? Что ты выделываешься? Не надо корчить из себя того, кем ты не являешься. Я требую сатисфакции, ё-моё. Да? Ну давай, иди сюда, неженка. Неженка, говоришь, да? Ну давай посмотрим, кто из нас, блин. Подожди-ка, поощрение на себя. Так, и 20% к урону на два хода. Давай-ка мы сделаем. Должно сработать. Так, давай-ка попробуем. Перехватывающее поле. Сейчас будет бомбить. Ух ты, по всем. И промах у него. Че у него там? Минус 75%, ребята, попадания при стрельбе. Круто. Просто круто. У меня нет слов, ребята. На тебе, гаденыш. Получил в рыло. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут дофига чего есть. Давай вот это вот. Стреляй и беги. Промахнулись, да? Черт подери. Промахнулись. Так, а если мы вот так вот сделаем? Что-то офигенно большой шанс, ребят. 41% промаха у нас стоит. Ну, он тоже мажет. Хорошо. Давай вот так попробуем. Тут уж точное попадание будет. Ну что, практически брони у него не осталось. И мы сейчас вот так вот сделаем. 12 ему сняли. Все, пошли хпшки тратиться. Поражать радиацией его. Правда, блин, ну 8% это фигня, ребят. Да ладно, блин, нифига оно сработало. Ну что-то там вообще, вообще простоял, просто даже ничего не сделал, ребят. Все, готов он. Смотрите, ничего нам не дают. Армис, несносный нахал, нейтрализован. Все трое готовы. Вы заслужили жетон героя. Так, а жетон героя нам дает... Черт подери, а кто нам же дает жетон-то? Ага, понт. Пошли-ка до понта дойдем. Поговорим с ним. Герой, как продвигается дело? Атос взлетел на воздух. Можете про него забыть. Взлетел? Взлетел на воздух? Ну, разумеется. Вы все правильно сделали. Ха-ха. Устроить взрыв – самый эффективный способ избавиться от проблем и лишнего имущества. Вы, несомненно, на верном пути к тому, чтобы стать настоящим героем. И есть еще какие-нибудь новости? Потос выпустил пар из продрявленного корпуса. Пар? В смысле? Настоящий пар? О, это плохо. Это очень-очень логичный исход. Давление сравнялось, и зло не будет тяготеть над добром, пока вы сражаетесь за благородный титул героя. Есть еще какие-нибудь новости? Армис низведен из единиц в нули. Нахал, каких мало. В нули тонкая электроника разлетелась на кусочки, как и исследовало. Ваши подвиги не останутся без внимания. Пон тяжело вздыхает. Проклятие. Вы испортили мой самый перспективный прототип. Я уже заключил с корпорацией Фодернхилл... Что там? Фодернхилл Парк договор на поставку этих новых аппаратов. Но они настояли на том, чтобы я еще раз как следует их протестировал. Слишком опасно, сказали они. Смертельный риск. А теперь из-за вас от них остались только кучки пепла. От вас не требовалось уничтожать моих роботов. Все должно было быть как в тире. Один выстрел, и мишень мгновенно переходит в спящий режим.
Они ведь обошлись мне в целое состояние. Что же пошло не так? Мне пришлось их уложить. Эти тупые роботы не желали засыпать. Как такое возможно? Микрорефлексы и искусственный интеллект работали ровно так, как я задумал. Я это проверял. Причиной сбоя в этих красавцах мог стать разве что дефицит в системе энергослоев. Но не было никаких признаков. О, я же заметил. Я же вчера заменил какие-то странности в показаниях приборов. Но я был слишком поглощен фазой расчета триад. Так что совсем забыл про это дело. Мне сразу стало понятно, что тут что-то не так. Зачем давать роботам настоящее оружие, если они предназначены для парка аттракционов? Настоящее? Ну, я не покупал настоящее. Я же, собственно, не проверял. Я был так поглощен работой над электроникой и искусственным интеллектом, что не глядя заказал игрушечное оружие в игрушках, галстуках и активах. Ну, на этом большом сайте, где продается все подряд. Видимо, я заказал не то, что надо. Теперь понятно, почему Фодор Хилли мне ответили в такой резкой форме. И почему в ящике из-под оружия были листовки с призывом вступать в армию Триумвирата. Спасибо, что прояснили этот момент. Пожалуй, я изготовлю еще одну партию прототипов, теперь уже не таких смертоносных. И, кстати, вот вам жетон героя. Вы его заслужили. Спасибо, до свидания. И что нам дает этот геройский жетон? Непонятно, ребята, да? Расчистим обломки, посмотрим, что у нас здесь будет. Так, обыскать. Понятно все. Забираем. И давайте вот здесь уже просканируем. Тут очень много обломков. Все это сейчас расчистим. Так, обыскиваем опять же. Забираем. Так, блин, так всю энергию сейчас сплавлю. Ну давай еще одну. Здесь, да? Так, шалак, нож, яр, онаега. Поехали. Будем с ними разбираться уже не по-шуточному. Так, наносим 125 урона. Вот этого мелкого дрища нужно нам сносить. Блин, попал почему-то по кобре. Так, сцин ходит. Ну, нормально, еще терпимо. Так, боксер, давай-ка мы с тобой на себя плюс 25 к сопротивляемости урона на 3 хода. Ладно, сцин, кого будешь бомбить? Понятно все. Так, кобра. Черт подери, вы достали уже, а? Блин, опять щитов не осталось. Хан, давай, проклятие вешай. Так, вирус. Вирус наносит 200 урону. 10% я имею в виду урона. Че, какой крик сцинка еще, блин? Давай-ка без всяких тут рычаний. Так, на один сбомбанул. Так, и нам вводит в бой укрытие. Давай укрытие ведем. Так, что тут они будут делать? Бросок кобр. Промахивается, да? Отлично. Так, вожак тоже промахивается. Шикарно. Ну, а мы, наверное, будем бомбить. Добиваем этого сосунка. Нет, не добили, одна единица хп осталась. Но это временно. Что он там собирается делать? Сильный удар, промахнулся? Щегол. Так, мелкий сцинк тоже промахивается. Ну все, ребят. Вау, в ответочку схлопотал, да? Продолжаем разговор. Давай-ка вот так сделаем. Двоих. Неплохо. Совсем неплохо. Так, и теперь что же нам сделать-то? Так, давай восстановим, наверное, щиты. Вот здесь вот. А то как-то без них чувствую себя некомфортно. Вжарил он на 13. Ладно, терпимо, это что? А ну-ка попробуем. Вот так вот. Ух ты, еще и оглушил.
Это шикарно, ребята. Так, нам нужно... Вот это, наверное, сделаем, да? Инициативу понизим. Для примера. Так, это что у нас? Наносит 2 единицы урона и каждый ход обездвиживает цель. Тогда делаем. Вот так вот. Чтоб не дергались. Ни этот, ни этот. Что же, Хан, давай-ка мы с тобой, наверное, будем уже заканчивать здесь с ними. Разговор у нас будет короткий. Ну, кто у нас добьет? Добьешь? Блин, не получается, а ты? Вот так давай. Хе, кобра готова. Так, и здесь у нас вот так вот, наверное, будем делать. У него все равно еще целый ход, да? Ах ты, черный туман выпускает. Видимо, мимо. Так, давай-ка мы вот так сделаем. Осечка. Ай-яй-яй. Я на это не рассчитывал, если честно. Сыграть еще одну карту ближнего боя. Осечка? Ах, понятно, ребята, он туман выпустил, и мы промахиваемся. Понятно все, 66%, 20% косечки. Так, ладно. Давай вот так попробуем сделать. Что он будет сейчас? Ничего не сделал. Попробуем, ребята. Отлично, еще и оглушил. Ну все, теперь он, я думаю, наш, ребят. Этот голубчик наш. Блин, 44% к попаданию в минус было. Тогда давай попробуем вот так вот сделать. 41%. Да, и он очень хорошо сыграл. Он все в оглушении у нас стоит. Так, сколько? Тут без всяких промахов. Напрямую просто бомбим. Так, что у нас здесь? Давай еще. Семерочку отняли. Так, 10 хп осталось. Так, конец хода. Добьем, нет? Интересно, ребят. Пробуем. Ай! Промахнулись, к сожалению. Ну что ты делаешь? Страх у него. Он уже, бедно, испугался. Все, это уже не воин, ребят. Это уже так, тюфяк. Ну давай, говорю, что ты не делаешь-то? Странно как-то. Давай щиты восстановим тогда, что ли. Ну, блин, где у меня боевые-то удары-то? Я не могу понять. Давай вот этот вот выберем. А ну-ка. Отлично. Все, ребята. Завалили. Ух ты, смотрите-ка. Частица льда 0. Используется для охлаждения коктейлей и критически важных систем. Так. Кислотный второе дуло. Стрелковое оружие. Стреляет дополнительным снарядом с 18% урона. И плюс 34% шанс кислотного урона. Оу, это круто. Так, тяжелое оружие, ближний бой, модификация. Шанс смертельного удара. Так, это нужно все взять и, естественно, ребят, смотреть уже по предметам. У нас здесь шанс смертельного удара всего лишь 1%, так? А здесь 3%. Естественно, ребята, меняем. Сюда у нас... Ух ты. Прямо так вот все к нам подошло. Сюда что-нибудь идет? Нет. Ладно. Здесь... Тоже не шиша, тут дудки. Ну, значит, все идет как надо, ребят. Так, смотрим. Стреляет до... Ага, вот, значит, что. А у нас тут 9 урон увеличен на значение инициативы. Дальность сканирования. Давай вот так вот сделаем. Хо! Круть! Я вообще крутой стал. Так, ну что же, делаем, наверное, сохранение быстренько, да? Отлично. И дальше ковыряемся здесь. Что находим? Давай посмотрим. Ничего хорошего. Ладно. Давай вот сюда. У нас кончается энергия, блин. Подожди, по-моему, у нас там есть что-то такое, да?
И все, вроде бы, блин. Мало. Этого очень мало. Мы хотя бы сюда сможем дойти? Глянуть. Обыщем. Ух ты. Легкое стрелковое оружие. 9 к урону, 45% шанса заморозки. Оу, это для легкого вооружения. Ну-ка. Это если мы вот сюда, предположим, воткнем. 4 уровня, да? А здесь у нас 2. Ага. Не подходит. А если, предположим, вот сюда? Странно как-то, да? Так, здесь у нас 4-я степень, здесь 1-я. Хитро, ребята, сделано. Значит, не подходит. Что же, нам надо быстрее возвращаться опять на базу, восстановить себе щиты, продать лишний хлам. Ну и обратно сюда придем. Тут еще ходить и ходить, ребята, нам. Так, продать весь хлам где-то там. 169 кредитов, маловато что-то как-то. Не может этого быть. Так, жетон героя, полученный за победу над 3 опасными злодеями. А куда мне его, интересно, сбагрить можно? М? Никто ничего не знает. Так, вот это мы продаем. Штурмовое стрелковое оружие тоже продаем. Так, это, я думаю, тоже. Так, выстрел, одиночный выстрел. Ладно, это пока оставим. Вот это на продажу. Режущая сеть. Умиротворение. Ладно, это все тоже на продажу, ребят. Так, полетели. Я еще там не закончил. На Виафане на этом. Так, открываем КПК. И двигаемся вот, наверное, к этой точке, ребят. Да, далеко, ничего не скажешь, но тем не менее. Давай. Что тут у нас? Блин, нерабочий аккумулятор. Обалдеть. Находка века. Так, сканирование пошло. Ух, ё-моё. Оу, насканировал-то. Обыскиваем. Так, черепушка каменелая. Здесь-то у нас что, вражина или дружина? Так, дай-ка я на всякий случай, ребят, сохранюсь. Сохраниться.